Концерт в честь Дня Победы провели и на Арбате, одном из любимых мест досуга и отдыха жителей и гостей города Алматы. Студенты и школьники исполнили патриотические песни и танцы, посвященные нелегкому военному времени, Великой Победе и ценности мира. Гостем концерта стала казахстанская артистка Диана Шарапова, которая порадовала своим выступлением всех участников мероприятия. Таким образом, организаторы подарили собравшимся праздничное настроение и отдали дань уважения подвигу героев войны. Я из Казани, из Татарстана. Мы с подругой приехали в гости. Нам здесь все очень нравится. Очень зеленый город, очень красиво. Праздник замечательный. Всех с праздником, всем с добра, мира и здоровья, конечно. Хотим всех поздравить с праздником, с Великим Днем Победы. Хотим всем пожелать чистого неба над головой. Всем удачи, всем хорошего настроения. С праздником всех 9 мая. Желаю всем большого счастья, успехов и добра. Поздравляю всех казахстанцев с Великим Праздником Победы. Чтобы было мирное небо над головой. Всего хорошего, всем счастья и любви. С Днем Победы, желаю мирного неба над головой. Чтоб всегда в нашем мире был мир. Всего в Алма-Алинском районе проживает 7 ветеранов Великой Отечественной войны, 1291 труженик тыла, 5 узников концлагерей, 9 блокадников Ленинграда. Все они внесли свой вклад в Великую Победу. Их отвага, самоотверженность и любовь к родине навсегда останутся в памяти потомков. У нас проходит мероприятие, посвященное 79-летней годовщине Великой Победы. Наша главная цель – почтить память наших бабушек и дедушек, которые ценой своей жизни добились светлого будущего для всех нас.